Всем привет! Приобрел я недавно еще три улья. Вот они стоят. Вот этот и вот этот. Сейчас пока погода хорошая, солнечная, надо залезть, вообще посмотреть, что там, как там. Вдруг там какие-то рамки попадали или еще что. Эти улья, они не полные. Что, я их покупал на 8 рамках, поэтому сразу туда заставные запихнуть в зиму. Пойдут вот так вот, как они есть, так и пойдут зимовать. Поэтому, скорее всего, рамки-то, наверное, послетели. Сейчас глянем, что тут творится. Ложков куча. Ну да, как я и говорил, рамки послетали. Так, сейчас дыману, а то задолбают меня. Ну, надо будет рамки поправить, естественно, ну и заставную воткнуть. Ну, сейчас буду потихоньку пробовать. Погода-то уже не очень. Лишь бы вот теперь матка здесь была бы целая. Так, ну вот рамочки поправил. Сейчас сразу заставную сюда поставим. Матку я уже искать, смотреть не буду. Еще какой смысл? Все равно даже если ее нету, что я сделаю теперь уже. Опа! Есть. Все. Вот они на 8 рамках, пускай так и зимуют. Это, кстати, семьи Бакфаст. Должны быть хорошие. Так. Ну и все. Один готов. С этим отлично. Все сделали. Так, следующий будет у нас вот этот. А потом вот этот. О, трупиков. О, что-то тащит еще. Что-то таскают. Чего они таскают уже? Таскать-то нечего. Все цело давно. Где-то что-то нашли. Так, в этом улике что тут творится? Ну, то же самое, рамки тоже упали. Ладно, сейчас буду также доставать. Так, есть рамочки. Благополучно достал. Никто меня не ойкнул. Так, ну и последний. Сейчас надо глянуть, что в этом улье происходит. Я думаю, почему-то что-то же самое. Так, ну глянем, что там. О, ну сейчас опять притащило что-то. Что-то тащит, где-то что-то находит. Вот она. Вот она летит. С обножкой. Так, тут тоже заставной нет, тоже надо ставить. Тут что? Здесь нет, здесь все рамки на месте стоят. Ну, я бы их все равно хотел передвинуть в эту сторону. Ну и заставную надо поставить. Ну вот здесь тоже есть расплод. Тоже пока не видно матку. Да, теперь что, хоть придавило, хоть не придавило. А, вот она, матка бегает, все путем. Ну, нормально. Значит, не такая жопа, как я себе представлял. Я-то думал, тут вообще жопень. Так. Ну вот, блин, вот рамки не мои. И фигово то, что они не влазят, как на одну сторону будут висеть. Ну, потом поменяю. Вот это вот ходит четко. А эти вот подпиливать надо будет. А вон как получается, встают. Этот в паз не входит. Ну, пускай так будет.
Так, все, положок кидаем. Ну и в принципе. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел, сделал, посмотрел. Тот улей из предыдущей видюхи короткой не выжил, никого там нету. Остальные, в принципе, все нормальные. Я так мельком проглядывал их. Все вроде нормально. Ну, опять же, не знаю, при перевозке там задавилась матка какая, не задавилась. Весной видно будет. На один раз я их пролечил этой дымяшкой вот этой. Полосочкой дымящей. А, кого, все. Сейчас пока тепло, эти полоски сразу воткну. Чуть не забыл про эти полоски, я же из-за них-то и сюда и поехал. Вот эту фигню надо воткнуть. А вот это я лечил, дымил. Ну, как что-то как-то они не очень мне понравились. Сейчас надо их сразу приготовить, по две штуки в улей. На проволоку их это начепить. И туда это, между улочками опускать. Вот такие полоски, их вообще по две штуки надо в улей пихать. Ну, у меня они, 4 штучки остались, я в более сильные по 3 воткну, то они один фиг высохнут, толку от них не будет, они там какой-то ерундой пропитаны. Пока погода не чешная, надо ставить, а то это потом фиг установишь. Ну вот их прямо вот так вот шпуньк туда, вот одна, вот дымарь дымит, и вторая вот куда-нибудь сюда, но этим две хватит. Все, они ее там будут сейчас облизывать, обсасывать, лекарство это хавать. Не знаю, короче, что они там будут там. Короче, от клеща это все. Вся эта приблуда. Ну и надо сейчас в каждый пройтись, протыкать. Ну вот этот улей. Сильный, жесткий. Нечестный. Сейчас сюда 3 штуки и запихну. Так. Подняли. Шпуньк. Одна есть. Ой, полетели. Вторая есть. Так. И третью. Ну и третью куда-нибудь сюда. Так вот крючком загибаем, чтобы она не слетела. Ну и все. Закрываем улей. Так, ну вот и все. На сегодня наша работа выполнена. Получается, поправили рамки и пролечили пчел. Следующие видео будем уже делать в гараже. Будем продолжать строить те два улья, которые недоделаны. И строить всяческие там рамки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А в принципе, чего случится, сами знаете, что надо сделать. Пока.